Дорогие друзья, скажем славу нашему Господу. До сего места помог нам Господь, чтобы нам быть в Доме Божьем, славить Его святое имя и поклоняться Ему в духе и в истине. Псалом 137 говорит нам такие слова, словословие Давида, царя, который был по сердцу Господа, который всю жизнь свою любил Бога, хотя не был во всем непререкаем, не был во всем, может быть, сказать совершенным, да, но неоднократно мы видим в Писании, что Господь, обращаясь к кому-то, говорил, что благословляю тебя, потому что до тебя был царь Давид, и я ему это обещал. И Бог имел с ним особые отношения, Бог видел его искренность, и Бог сегодня смотрит на нашу искренность, Бог смотрит, как мы с вами ходим, и от нашего хождения, и от нашей любви к Богу зависит то, что мы в будущем с вами будем иметь, и что будут иметь дети наши. Псалом 137, с 1 стиха. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим, славлю имя твое за милость твою и за истину твою, бо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих. И воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня. Прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь, совершит за меня милость твоя, Господи, вовек, дело рук твоих не оставляй». И вот знаете, когда мы читаем эти слова Давида, мы видим, что на самом деле жизнь-то его была не такая уж и простая. Хотя он неоднократно пишет: «И межи мои прошли по прекрасным местам, и милость твоя была надо мною». Если не знать жизни Давида, то кажется, ну как Бог благословляет человека, и у него в жизни все прекрасно и хорошо. Но когда мы читаем повествование его жизни, она полна скорбей, она полна гонений, притеснений от близких, от родных, от родного сына даже. Очень тяжелая жизнь. Но знаете, в чем преимущество было Давида, может быть, перед другими? Он умел находить утешение в Боге. Он умел находить в Боге поддержку свою. Когда ему было тяжело, он знал, где он мог укрыться своим сердцем, своей душою, и где найти покой. И когда другие уже в такой же отрезок времени или такой же период жизни просто спотыкались, падали и отворачивались от Бога, а Давид еще больше укреплялся надеждой на Господа, потому что упование его было Господь. И давайте, дорогие друзья, мы об этом помолимся, чтобы нашим упованием всегда в жизни был Господь. И обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь, они не расслабляли нас, не разрушали нашу веру, но упованием на Господа мы укреплялись в этих обстоятельствах и становились ближе к Богу, и мы понимали, что Бог нас ведет как нельзя лучше. Аминь. Прославим Господа. Бог тебя сотворил особенным. Ты единственный таковой. Все в тебе прекрасно устроено, и Создатель доволен тобой. Если даже тебе не нравится то, что видишь в зеркале ты, никогда своего Создателя, я прошу тебя, не вини. Если даже тебе и кажется, что кто-то лучше, красивее, умнее тебя, не расстраивайся, послушай, полюби, каким есть себя. Не меняй цвет глаз и прически, тембр голоса не меняй. И себя под одну расческу ты с кумиром не подстригай. Он другой, и ему другая, предназначена Богом жизнь. Ты иди, на других невзирая, лишь за Господа ты держись. Не давай сатане обманом омрачать Богом данные дни. Ты родился оригиналом, так что копией не умри. Мой Бог дает мне мир во время бури. Он лазаря из мертвых
воскресил, разбудит, даже если вы уснули. Когда ты слаб, он твой источник сил. Он исцелил расслабленные ноги. Помощник скорый, он в твоей нужде. И даже если нет тебе дороги, дороги нет, придет он по воде. Он Бог невозможного, он Бог невозможного, он воскресение и жизнь. Он Бог невозможного, ты крепко за Него держись. Явил Он славу в местности Гадара, все бесы повинуются Ему. Спасение для человека даром. Приходит свет, рассеивает тьму. Тот, кто алкал, был насыщен каждый. Он воду дал нуждающимся в ней. Он удаляет голод твой и жажду. Иди к нему, иди к нему и пей. Он Бог невозможного, Он воскресение и жизнь. Он Бог невозможного, Он Бог невозможного, ты крепко за Него держись, ты крепко за Него держись. Yeah.
братья и сестры. Для меня так особо трепетно здесь стоять. Я здесь стоял только на молодежном один раз, когда давали мне слово. И, знаете, в детстве я сидел там, где сейчас примерно сижу. И здесь были проповедники из Германии, да, из других стран, с Америки приезжали. Я думал, вот это люди, я туда никогда не выйду, да, потому что, знаете, у меня был такой характер, что я боялся, да, боялся, ну, где-то выразить свое мнение, боялся выразить мнение, ну, которое оно было во мне, да, и, ну, думал, кому какое дело до моего мнения, но сегодня я стою, да, чтобы говорить Слово Божие, это милость Божия, потому что я никогда не думал, что буду здесь стоять, это не я, да, потому что я бы сам своими силами сюда никогда не вышел. Да, сегодня Господь дает мне, что у меня даже коленки не дрожат, да. Это тоже милость Божия, потому что у нас страх, да, написано, в страхе нет любви. Сегодня Господь хочет говорить каждому и мне, да, потому что сегодня я говорю и Слово Божие, и в первую очередь я говорю себе, да. Пусть Господь благословит сегодня. Хотелось поговорить о совете человеческом и о совете Божьем. Знаете, в этом мире у нас возникает много трудных ситуаций в жизни, когда нам нужен совет. Когда особенно ты стоишь перед таким важным событием в твоей жизни и думаешь, как быть. Да, и люди, много есть людей, которые тебе приносят советы. Ты у одного спросишь, у другого. Бывает момент, когда совершенно случайные люди тебе дают совет. И ты думаешь, а какой совет правильный, да, столько советов дали мне, и как выбрать-то, который тебе нужен? Но есть вот совершенный совет Божий, который желает нам чего-то лучшего, чего мы сегодня не видим. Порой мы думаем, ну, что-то Господь советует, или служитель нам что-то советует такое. Знаете, в моей жизни произошел такой случай тоже, когда выбор у меня встал, ну, женить бы, да, когда я начал дружить в мире этом, то есть я в 27 лет покаялся, к сожалению, моему, да, и, ну, слава Богу, что сегодня я здесь, потому что это милость Божия, и я бы сюда никогда не пришел, если бы Господь своими советами не показывал, что ты выбираешь сам. Я желаю тебе лучшего, а ты выбираешь сам. Знаете, и люди говорят, ну, Господь что-то мне хочет заставить что-то меня сделать, то, чего я не хочу, а для чего? Чтобы мне было лучше, понимаете? В этой жизни много мы знаем, да, взрослые, когда детей говоришь, сделай вот так, нет, он по-своему, да, и шишек набьет себе, и раны, и тебе его жалко, но ты знаешь, что ты ему советовал, да. И вот так же и Господь нам советует много, и мама мне говорит в церковь, ты же знаешь, какие там сестры, да, они знают Бога, они любят Его. Иди и там найди, потому что у тебя внутренность знает, как оно правильно. Знаете, наша внутренность, она нам подсказывает. Вот родители нам говорят, сделай так. Ты внутренне согласен с ними, а твоя плоть, она противится, потому что ты же взрослый, ты же вырос. Да, у меня есть свое мнение, я хочу так. А внутренность твоя говорит, ну ты послушай. И вот у меня такой совет, да, мама давала, говорит, я не послушался, и я потерпел урон, да, и то семьи нет теперь. Да, то есть я потерпел боль души, потерпел раны, но почему? Потому что моя плоть советовала что-то иное. Да, родители, умудренные опытом, они в Господе, они советуют то, что Господь кладет на сердце из Писания. Как понять, какой совет правильный? Люди говорят, ехал с таксистом одним в Сургуте, и он говорит, знаешь, вы, наверное, не верите, да, в Бога, говорит, надо верить. Я говорю, нет, мы верим, говорю, мы ему служим. Господь говорит, это хорошо, говорит, вам большой плюс. Говорит, а я вот ездил и познал, говорит, и внутри меня Бог, говорит, я знаю, что вот здесь он, да. Я говорю, а вы Писание читаете? Ну, это же люди писали. Знаете, мы ищем советов, которые нам, как на Руси, да, чтобы такой гром тебе прямо, и желательно рядом с тобой, или тебе в ногу, да, или в голову. То есть, ну, грубо говоря так, да. То есть мы ждем вот такого, чтобы что-то нас клюнуло неожиданно. То есть до такого, что мы сказали, да, это Бог. Да, вот такого ждем мы. Правда, если тебе говорят, Господь любит тебя, Он живой, Он рядом с тобой, ну, как-то не ощущается. Да, так, я помню это состояние свое. Столько проповедей я слышал, да, я знал, что Господь говорит в мое сердце, и я согласен был со всем, что говорили из Писания внутренне, а внешне я противился, знаете. Вот это вот два совета, человеческий. И Павел, да, говорит, я не советовался с плотью, потому что наша плоть, она советует, полежи немножко, отдохни, ты много сделал, ты устал,
Зачем тебе, если есть другие? Да, много вот этих советов. Да зачем тебе из этой зоны комфорта выходить? Да, потому что комфортная зона, она приятная. Мы все хотим комфорта, да. Даже говорят, лень – двигатель прогресса, да. То есть вот эта плоть, она хочет, чтобы нажал на кнопочку – подъехала, нажал на кнопочку – принесли. Да, такого хотим мы. Но Господь говорит, возлюби ближнего, как самого себя, внутри тебя. Да, мы соглашаемся с этой заповедью, но исполнить не можем. Да, потому что наша плоть, она, у нее совет как-то получше для нас, да, комфортней. И вот хотелось прочитать, такой, знаете, случай в жизни Давида произошел. Это вторая книга Царств, 15 главы, когда сын его восстал против него. Да, к сожалению, я восставал против родительского мнения, да. И вот здесь такая ситуация произошла, что он хотел иметь царство против помазанника. Такая вот трагедия, да, представляете, ты воспитываешь сына, ребенка, и он восстает против тебя. Ладно, там где-то не соглашаясь с твоим мнением, а против тебя. Да, и он собрал большое войско, написано, что люди, да, стекались к нему. Вот что-то было такое, да, в нем, что стекались люди против помазанника, против царя, который сделал их царство великим. Да, Бог через него сделал царство великим. И здесь такая ситуация, когда Давид, написано 30 стих, 15 главы, а Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал, голова у него была покрыта, и он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждую голову свои, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авессалом». И сказал Давид: «Господи Боже мой, разрушь совет Ахитофела». Да, вот такой человек был, ну, замечательный по-человечески, пока он был в русле Божьем, да, но он отделился от Давида, от помазанника Божьего. Он, и написано здесь в этой же главе, в конце, совет же Ахитофела, который он давал, в то время считался, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома. Представляете, насколько был мудр человек, насколько в нем было помазание Божье, потому что мудрость, она от Господа, знаете, и человеческая порой, она от опыта, да. И вот в нем было вот такое, и он был с Давидом, я думаю, он давал много советов ему добрых, но здесь произошло такое, что он отошел, да, он вступил в этот бунт, он вошел в согласие с Авессаломом и был советником его. И Давид, представляете, он, зная, что всякий совет этого человека, как от Бога, представляете, приходишь к пророку, ты просишь, да, и проверенный пророк, и он тебе говорит, и оно сбывается. Также вот человек, он не давал пророчества, но написано, что если бы кто спрашивал Бога, такого был всякий совет Ахитофела, да, так и для Авессалома, и для Давида. Так считалось, потому что подходили, он был проверенный человек. То есть спроси, да, вот мы хотим таких иметь людей, духовных наставников, спросил, и раз тебе сразу, не надо бегать, да, много советов, а чтобы раз тебе сказали, и ты внутри согласился, и внутренность твоя, и разум твой, да, под внутренностью, под духом. И вот такая ситуация, и Давид молится: разрушь совет Ахитофела, да, хотя его совет, как совет Божий считался. Представляете, какая ответственность, то есть всякий совет человека, он очень важен. Он важен, как, ну, как сама жизнь, потому что то, что советует Бог, это очень важно. И здесь происходит такой совет, и 17 глава, это книги Царств говорит: «И сказал Ахитофел Авессалому: выберу я 12 тысяч человек и встану, и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе, и тогда не будет одного, душа которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилевым. Такой вот добрый совет дал, да, ну, в плане победы. То есть в плане осуществления твоего желания. Да, мы знаем, что Авессалом поступил опрометчиво, он пострадал за это, он умер, вися на ветвях, да, его военачальник убил, умертвил. Это конец, да, который совет против Божьего помазанника, против Божьей воли. Но вот здесь он дает очень хороший совет, потому что Давид, ему пришлось быстро собираться, и люди с ним, и они ушли, и они были усталые, правда. Да, этот совет был очень
ну, тактический. Тактически, по-человечески он был правильным. Но смотрите, какая ситуация происходит. Авессалом, зная, да, он знал, что его советы Ахитофела, они как совет Божий. Но смотрите, что он делает, 5 стих. «И сказал Авессалом, позовите Хусия Архинянина, послушаем, что скажет он». Такая вот сущность у человека, он получит да, хороший совет, получит руководство к действию. Знаете, если я тоже поймал на мысли, какой-то прибор взял и начал его разбираться, да, там, а инструкцию забыл, а инструкция в коробочке такая, и так и лежит. Мучился, да, так думаю, ну, легко же догадаться, как там все, а тут что-то не получается. И потом говорю, надо достать инструкцию. Да, вот такая вот сущность наша. Сначала сам. Да, потом уже то, что принесет, то, что тебе советует производитель. Знаете, Бог наш произвел всех, Он знает, как нам помочь. И вот здесь такая ситуация, что он Хусей советует, да, противоположное. Он говорит, что с ним сильные мужи. Да, и здесь пишется этот совет, он говорит, что на этот раз совет Ахитофела нехорош. Да, всегда был хорош, вот, а в этот раз он нехорош. Это было, да, так Господь решил, написано, разрушить. Здесь написано, так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. Вот такая ситуация произошла, человек, который был проверен, но Авессалом ставит под сомнение, да, берет второе мнение. И оно понравилось тоже людям, но оно было недейственно. Понимаете, в нашей жизни вот это происходит, мы желаем совета. Но знаете, братья и сестры, лучший совет – это совет того, кто знает все, кто ведает всем, кто создал нас и знает каждую клеточку нашу, как это бы ни было удивительно, и как бы это не вмещалось в нашу голову, потому что многое в нашу голову не умещается, потому что мы все привыкли видеть в рамках, да, каких-то, в рамках времени, в рамках веса, в рамках пространства, которое мы осязаем, ощущаем. И вот этот, к чему, да, я хотел подвести советы в моей жизни, да, слава Богу, моя жизнь стала свидетельством, потому что так тоже было на служении, да, в пятницу, и говорит, вы свидетели, да, миру этому и до края земли, то есть что Господь сотворил в твоей жизни. Я сегодня уже делился, и много раз уже, сколько Господь, и тут последний случай произошел вот, в аэропорту в Сургуте, мы сели, да, у меня ребенок родился 17 апреля, а я билеты взял 5 апреля. И, знаете, я не зарегистрировал его как пассажира, пришел и как бы забыл, да, у меня вот, ну, как-то оно, там документы собирали, и так закрылось. И произошло то, что пришли мы к кассе, а там говорят, у вас нет четвертого пассажира, да, быстро делайте что-то, потому что скоро отправляется самолет. Знаете, мое желание было сюда приехать в Томск, да, я, ну, уже запланировал это, и так в сердце думаю, Господи, ну, ты же, наверное, желаешь этого, да, я не знаю, да будет воля твоя. Знаете, когда ты доверяешь Богу, у тебя спокойно в сердце, знаете, жена уже, там, ребенок плачет, там, жена маленько нервничает, да, и так смотрю на эту ситуацию, если советоваться с плотью, то все, ты не улетишь никуда, да? И я так стою, Господи, ты усмотри. Знаете, написано, что в нашем терпении она рождается опытность. В моей жизни было таких много случаев, потому что Господь вел меня своей любовью, своими советами. И я сравнивал, когда я поступал по плоти, когда я поступал то, что, вот, знаете, оно где-то внутри там говорит тебе, оно не всегда приятно для твоего действия, это надо двигаться, надо идти куда-то, да, надо действовать так, как тебе внутри вот говорит. И ты делаешь, и оно созидается. А когда ты хочешь разумом, даже порой ты действуешь, да, и разумом ты настаиваешь на чем-то, и оно не случается в твоей жизни, и ты огорчаешься, и твой вот, падает, да, твой вот это дух, да, и уныние приходит. И вот уже там представителя позвали, он звонит в Москву и говорит, надо срочно вот пассажиров писать. Они говорят, это международная система, и там ничего невозможно исправить. Знаете, такое сердце приходит мне, Господи,
как ты разрешишь эту ситуацию? Знаете, потому что люди, они там советуются, сидят и не знают, что сделать. Это не в их воле, не в их рамках, да, потому что она заблокирована, система, все уже. Самолет отходит, и если что-то менять, это может вся система нарушиться, да, потому что она уже все заблокировалась, принят заказ, бронь уже все забронировано. И знаете, в сердце такой Господь дал мысль, ну, как, ну, человеческое, может, да, Господи, как ты сделаешь это? Люди не могут. Я вот вижу, она старается и не может. Да, она уже бегает, уже вспотела вся, да, и не может, понимаете? И Господь дал такой мир, покой, я думаю, Господи, ну, я ни разу не менял билеты, как бы, не знаю, как это, чтобы ты не попал на рейс, если ты купил билеты, да. Там есть какие-то другие, да, там, ну, там, подоплеки, да, какие-то у них там свои правила. Но вот мое такое, как ты, Господи, сделаешь? Знаете, потому что я знаю, что наш Господь, вот братья и сестры пели, наш Господь великий, всемогущий. Он сдвигает такие горы, которые проблем, да, которые мы не можем сдвинуть даже со своими связями, порой хорошими, да, во властях, там, богатыми. И вот Господь дал мудрости такой, да, я стою, молюсь, Господи, сделай, как ты хочешь. Знаете, и Господь сделал, и мы сегодня здесь, мы летим в самолете, говорим, слава Господу. А она там уже другая подошла, и она советует той, и вот этот совет состоялся, знаете. И Господь показывает, он говорит, я люблю тебя, но ты не будь беспечен. Да, когда я тебе говорю, а знаете, как узнать, какой совет плохой, какой хороший? Это когда мы читаем Писание и находим в нем, да, что совет человека, совет брата, сестры, совет служителя, он соответствует Писанию Божьему. Потому что вот с этим человеком, таксистом я разговаривал, я говорю, а вы читаете Библию? Он говорит, а зачем мне это писали люди? Знаете, вот я говорил, что нам хочется чуда какого-то, чтобы облака раздвинулись, ангел вылетел и сказал, покайся. Да, но Господь сегодня советует, сегодня день Господень, сегодня лето. Сегодня время благоприятное. Говорит, покайтесь, придите ко мне, и я вам дам советы, которые вас сделают вечными. Потому что мы все хотим, да, прожить подольше. Люди тратят большие деньги, чтобы иметь здоровье, чтобы продлить годы жизни своей, чтобы улучшить свое благосостояние, чтобы иметь покой и мир в сердце. А знаете, без Бога невозможно. Да, как вот три надписи, которые были над крестом Иисуса, над головою, да, на трех языках. Эти три этих аспекта нашей жизни, да, греческий, римский и еврейский, да, эти три аспекта, еврейский это закон, да, что, закон Божий, потому что Господь и там царь, да, он говорит, я их господин субботы, да, я сын человеческий, хотя в законе написано, да, посчитай субботу, да, и римский, да, который язык власти был в то время, то есть это власть, потому что мы думаем, о, этот человек имеет власть, мне бесполезно с ним судиться, бесполезно решать с ним вопросы какие-то, потому что он все равно сделает по-своему, он, и его оправдает государство. Но Господь и там царствует и показывает, что своих детей я ставлю выше, потому что я господин Господь. И язык греческий, который был язык культуры, потому что люди сегодня хотят быть культурными, но без Бога, знаете, и это не получается, потому что плоть, она все равно дает совет, говорит, ты скажи, он тебе сделал плохое, ты его накажи, да, он тебе два слова, а ты ему кучу, да, 100 слов, потому что если ты не скажешь, ты будешь казаться слабым. Но Господь показывает, что Он царь, да, царь над всеми аспектами нашей жизни, какие бы ни были в нашей жизни ситуации, всегда, да, обращайтесь к Богу, даже если вы ходите неправыми пред Богом, да, как я ходил, я соглашался с Божьим законом, что Он добр, как Павел говорит, да, но не исполнял его, потому что, ну, частично, да, где-то увиливал. Но этот совет самый добрый для нашей вечной жизни, потому что мы хотим иметь блаженство, и блаженство, которое будет там, мы ни разу не ощущали ни при объятиях любимых, да, ни при долгожданной встрече. Этого блаженства мы не ощущали нигде, и не ощутим здесь на земле, пока не будем с Господом. Пусть Господь благословит нас быть в совете с Господом, искать Его в Слове Божьем, потому что это писали люди. Да, мы знаем, что были скрижали, на которых написал Бог, и есть, да, вторые скрижали, но которые сделаны человеком, но написал Бог. Но люди все равно не послушали их.
Да, они отошли от веры, от любви, от мира, который Бог вкладывал в этот закон. Но сегодня Дух Святой, да, пишет в наши сердца этот закон, потому что там, где Слово соединяется с Духом Божьим, там будет жизнь, там будет действие, там будет добрый совет, потому что порой можно и вычитать из Писания и сказать: «О, буду действовать вот по этому стиху». Да, потому что много таких действий. У нас в Надыме такая сестра есть, Ненка, она коренная Ненка, она жила вот этих, в юртах, оленей держала, да, и у нее такая ситуация произошла. Она, ну, у них очень алкоголизм развит, она была из них же тоже, ее там бил постоянно там, тоже брат или это, и она вот, алкоголизм был у нее. И однажды она услышала благую весть, Евангелие, и это ее коснулось. Она стала читать, она стала изучать, она стала, да, ну, так, как бы уверовала, да, вера у нее появилась. И она воздерживается, стала не делать там, потому что у них кровь пьют, да, как бы такие традиции у них, как бы языческие. И она перестала это делать. Но однажды пришел такой брат, так называемый, да, и сказал: «А ты что, воздерживаешься, да, от алкоголя? Давай выпьем». Я, говорит, тоже верующий. Раз покаялся, и все хорошо, и ты спасен. Понимаете? Вот такой совет дал он ей. И она послушала, ну, опытный, да, ну, белый ненец, да, дал ей совет. То есть, и она послушалась его, и опять ее жизнь начала разрушаться. А внутренность, говорит, не соглашается с этим. Понимаете? И потом она, сейчас она член церкви, у нее 6 детей, да, она понимает, потому что она стала вникать. И Дух Божий ей говорит. Потому что можно послушать человеческого совета, но ответ дадим мы, да, потому что мы приняли этот совет. И совет Божий, он ведет нас к спасению, а надеясь на плоть, да, потому что когда плоть советует, люди даже мудрые этого мира, меня брат тоже раз послушал, говорит, ему человек говорил, да, опытный уже, но Бог сделал, как он решил, да, и брат пострадал, не знаю, сделал ли он выводы, да, чтобы мы делали выводы, потому что Господь не хочет нас погубить, да, наказанием, а Он делает нас, нам это, чтобы мы различали, какой совет добрый, какой худой, и какие последствия из совета. И Павел говорит: все испытывайте, да, Божьего желательно. И хорошего держите, потому что Божье, оно все хорошее. Да, испытываем мы в своей жизни, мы, конечно, делаем ошибки, мы слушаем, да, наши уши, они, и плоть, она борется с нашим духом. Пусть Господь благословит, чтобы все, кто слышит совет Божий, поступали по нему, потому что это путь добрый. Это путь, ведущий к нашему спокойствию и миру, а не разочарованию этой жизни. Аминь. Помолимся, чтобы мы слушали совета Божьего и были в нем. Я постигаю сквозь слезы и боль, радости встреч и горечь разлуки. Пью эту чашу, где сладость и соль перемешались надеждой и мукой. Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами, чего бояться? Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. Свободу ищу из железных оков, тех, что зовутся житейское счастье. Вся моя жизнь — это несколько слов в тихой молитве перед причастием. Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами, чего бояться? Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. Рядом с Христом я спокойно иду, видя, как катится мир к катастрофе. Верую в крестный мой избранный путь, в тайну распятой любви на Голгофе. Ты не печалься, не беспокойся,
Если Бог с нами, чего бояться? Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. Через шторм проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам. В небе синем без нее нет дружбы, нет любви, без нее вся жизнь в тумане сером. Но ее ты все-таки зови просто человеческою верой, лишь когда божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви. Гигантское светило зазвучит набатом в тишине, под напором бури не согнется, ведь она в моей родной стране. Верою евангельской зовется, эта вера горы низведет, повергая в грозную пучину, и на небо с радостью взойдет в торжество возлюбленного сына. Тьма неверия в панике бежит, Бог ломает намерения гордых и горит, бессмертием горит вера, воскрешающая мертвых. Братья и сестры, хочу к укреплению нашей веры, утешению сердца, души нашей и назидания прочитать одну из книг сегодня Библии, прочитать ее всю целиком.
Правда, это самая короткая книга Библии, в ней всего 13 стихов. Это второе соборное послание святого апостола Иоанна Благослова. «Старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети сестры твоей избранной. Аминь». Вот такое послание, можно так сказать, письмо, написал апостол Иоанн, можно сказать, в конце своего пути. Он здесь пишет «старец», конечно, слово стоит «пресвитер», «пресвитерес», но говорят, что написано это было уже в конце первого столетия, и написано это было не случайно, друзья дорогие. Можно так сказать, что это последний из видевших Господа Иисуса Христа, следующий за Ним, ходивший за Ним, пишет свое письмо. Здесь написано «избранной госпоже». Конечно, есть такое мнение, что это он писал какой-то одной из церквей в Малайзии. Но в то же время нельзя и исключить такого мнения, что это было личное письмо какой-то, может быть, женщине, хозяйке дома, у которой, может быть, не было уже мужа. Здесь в оригинале написано слово «электа», что означает «Марта». И пишет этому дому это свое соборное послание, предостерегая то, что уже вошли антихристы, пришли люди, которые извратили, можно так, исказили веру. Даже появилось такое учение, что якобы Иисус Христос, Он не был во плоти. Но, друзья дорогие, если Он не был во плоти, то есть это был Дух, когда по дороге в Эммаус они не узнали Его, якобы это не просто был человек, поэтому Ему исполнить волю Божию было просто. Но это неверно, мы понимаем, что если он не был во плоти, если это был не истинный человек, то жертва Голгофской его крови, она тогда напрасна, она ничего не стоит. Поэтому мы понимаем, что он был и Бог, и человек 100%, потому что искупил нас своей святою кровью. Слава нашему Господу! И следующее, что здесь подчеркивается, друзья дорогие, то, что во Христе Иисусе Бог показал всем нам, людям, что, живя во плоти и черпая Его благодать, мы можем жить богоугодной жизнью. Живя во плоти, исполняясь Духом Его Святым, поступая по Слову, как здесь написано заповедь, мы можем, и это нормально христианская жизнь, не грешить. Жить святой жизнью. Это и есть основа, моего слова, чтобы ободрить нас, друзья дорогие. Все, что нам необходимо, это действительно исполняться Его присутствием. И тогда здесь, как написано, радость наша будет полная. В другом, в своем первом послании, он пишет,
чтобы радость наша была совершенной. В общении в семье, в общении на работе, в общении в церкви, в общении с Богом, друг с другом. Радость наша должна быть совершенной и полной от Его присутствия, от Его благодати, от любви, которая пришла с неба и переполняет наше сердце. Он дал нам совершенную свободу и совершенную веру, и полную счастливую жизнь во Христе Иисусе. Слава нашему Господу! И он говорит, старец, избранный вот этим госпоже. Почему есть такое мнение? Потому что он далее в конце говорит, приветствую тебя, дети, сестры твоей избранной, то есть племянники. Очень возможно, что это был большой дом, как раньше мы знаем, были такие дома в Израиле, когда дети женились, они пристраивались, много было работников, рабы даже были в то время. Мы знаем, что когда пошел Авраам спасать своего племянника Лота, то он из своего дома вооружил 300 человек на войну. Только вооружил 300 человек. Какой же вообще у него дом был, сколько там было человек? Это побольше, чем мы с вами здесь сидим сегодня в зале. Это был только его дом. И вот он пишет свое послание, предостерегая, что в этом мире в последнее время, говорит, много что изменилось. Стойте в вере, как бы я говорю своими словами, да? Пребывайте в истине, он говорит, черпайте Божью благодать, и вы будете иметь полную и совершенную радость и совершенное спасение. Слава нашему Господу! Он пишет это послание и для нас с вами, друзья дорогие, последнего времени. Как я уже сказал, что он пишет здесь старец не случайно. Почему? Потому что это уже конец первого века. И он пишет это послание третьему поколению уже. Пишет третьему поколению. Когда слово «хагис» – «святой», оно уже как бы растворилось. И уже появились люди, которые не ревновали о том, чтобы быть отделенным. Слово «хагис» – это освященный, отделенный, иной, святой. То, что Бог выделил церковь, Бог выделил субботу, мы знаем, друзья дорогие, Бог отделил храм, и Он сказал, что в этом месте я буду встречаться с вами, и вы будете поклоняться мне не на всяком месте, но в том только, который изберет Господь. Мы это знаем. И Он пишет этому уже третьему поколению, потому что действительно вот это ревнование о дарах Духа Святого, говоря сегодняшним языком, о том, чтобы быть святым, чтобы принадлежать духом, душой и телом, Богу твоему, это уже как бы растворилось. Это уже где-то отошло на второй план. Как вот сегодня мы видим, что многие люди, они хотят быть перспективны, они хотят, как-то, может быть, укрепиться в этом мире, но, друзья дорогие, Слово Божие учит нас сегодня, чтобы мы ожидали Господа, потому что Он придет за ожидающими Его. Он не придет спасать нас. И я дома в своей церкви недавно говорил, друзья дорогие, вот представьте себе, мы должны реально оценить, как написано, вникая в себя и в свое сердце, да, занимаясь им постоянно. Почему? Потому что вот представьте себе, у каждого из нас будет всего лишь один какой-то грешок. Да? Вот один такой какой-то грешок. Остался всего вот один грешок какой-то там. А ведь сегодня миллионы верующих. И если такие, какие мы есть, нас забрать в небо, там будет сколько грехов? Миллионы. И что тогда делать там на небе? Снова умирать Христу? Конечно, нет. Он придет за приготовленным, друзья дорогие. Поэтому Библия говорит, бодрствуйте, молитесь, нуждайтесь. И мне бы хотелось, чтобы вот это слово «хагис», «святой», «отделенный», «иной», Иисус Христос сказал, что, говорит, «Я избрал вас из мира, и поэтому мир возненавидел вас, потому что вы не от мира сего». Он отделил вот этот сегодняшний день, слава Господу, и назвали его воскресением. Это действительно, друзья дорогие, воскресение жизни, воскресение света, воскресение наше с вами, друзья дорогие, слава нашему Господу, что мы сегодня стали иные, мы родились заново, и сегодня мы живем новой, христианской, святой и вечной жизнью, как получившие милость от Господа. Он вложил ее через Слово Духом Святым в наше сердце. Нам только нужно ей
дать возможность расти и преобладать во всех наших желаниях, во всех наших каких-то так стремлениях, чтобы действительно наследовать эту совершенную, полную радость и жизнь вечную. И он говорит: «Ради истины, которая пребывает в вас и будет с вами вовек. И я, говорит, люблю вас по этой истине, да и все познавшие истину». Да, друзья дорогие, любить по-настоящему можно только истинной любовью, которая исходит от Господа. Слава Ему! Слово «истина» – это реально утвержденная правда Божия. Это реалия, как я сказал. Это реально, и мы в это должны поверить. Жить – не грешить. Жить, угождая Господу. Жить, почитая один другого высшим себя. При условии, он говорит, без меня не можете делать ничего, исполняясь Духом Его Святым. Вообще, первородный грех, если говорить о первородном грехе и о том, что сегодня, что такое грех, а он существует, я вам сейчас скажу одну фразу, и я думаю, что вы это увидите. Грех – это отвергнуть волю Божию, а принять свои воли. А принять свои воли. Вот это и есть грех. Когда люди, первые, Адам с Евой, не послушались Бога, да? А поступили так, как они хотели. И вот сегодня грех может присутствовать, его очень легко разоблачить и увидеть, когда, допустим, мы с женой спорим, или там еще что-то. И один говорит одно, другой другое. И мы начинаем это доказывать. Мы требуем своего, мы стоим на свое. Это что такое? Своеволие, друзья, это своеволие, это тот наш ветхий человек, который может довести это дело даже до скандала, даже до проблемы. Но воля Божия, да, отступить от ссоры, пока она еще не разгорелась. И почитайте один другого выше себя. И лучше оставаться обиженным, да, и сохранить мир, о чем здесь говорится, да, но не своенравничать и не быть эгоистичным. «Ради истины, которая пребывает в вас и будет с вами вовек, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине любви». На этих трех вещах я хотел бы немножечко остановиться. О благодати Божией, как здесь написано, что благодать Божия – это дарованная нам свыше сила, чтобы мы любили Господа. Она, именно благодать Божия, даровала нам такую милость, что мы покаялись, признавшись или сознавшись, или прозревши в своих грехах. Именно это благодать Божия. Именно благодать Божия, которая написана, сходит на милость и мир. Вот слово «милость» я тут записал, чтобы не забыть. Это в переводе означает доброта, сострадание, бескорыстность, быть тронутым до глубины сердца. Это есть милость. Другими словами, друзья дорогие, это действительно иметь милость в своем сердце. Это значит быть тронутым чьей-то проблемой, да, чьей-то радостью до глубины души. И милость, которая превозносится над судом, говорится, это бескорыстность. Это бескорыстность. Это как мама, да, любит своих детей. Бескорыстно. Мы же очень часто строим свои отношения на корости. Даже порой со своими собственными детьми. Если будешь слушаться папу, да, если будешь делать так, как вот я хочу, то я тебе куплю новый телефон, то я тебе, может быть, велосипед подарю, то ты, может быть, со мной поедешь на машине вот в воскресенье в Томск. То есть мы ставим условия, да? Мы ставим условия. А вот милость-то, она как раз и написана, это быть тронутым до глубины души и не преследовать никакой корысти, друзья дорогие. Да поможет нам Бог действительно, друзья дорогие, иметь эту милость, потому что он говорит, благодать сходит на милость и мир в сердце. Помните, я как-то говорил, что он говорит, мир мой даю вам, да, не как мир дает, а
Бог дает этот мир. Это не то, что я, ну, как сказать, ничего такого, ну, как бы, не любви или какого-то зла не делаю этому человеку. Ну, немножко про него просплетничал там или еще поосуждал там его, что-то порецензировал. Но это уже не мир, друзья. Это уже не мир. И мир, в Новом Завете вот здесь написано, это слово «пэдж», означающее благополучие, процветание, безопасность от присутствия Божия. Это окончательное спасение. И когда в Библии написано, что когда входите в дом, говорите «мир дому сему», это желание или передача благословения, окончательное его спасение. Да благословит Господь наш с вами, друзья дорогие, чтобы действительно ведь благодать Божия, как я привел такой один простой пример у нас в церкви тоже, говорю, вот смотрите, благодать Божия – это живая вода. Это Божье благословение, которым мы делимся, ибо без него мы не можем делать ничего. Но когда она бывает в сердце человека? И я привел такой пример. Вот я, допустим, вчера там покушал, может быть, вечером поздно и не убрался, и сегодня утром встал, позавтракал, и это бежал на собрание, эту всю посуду сложил там, и вот сейчас приду со служения, хочу попить. И какой стакан я возьму? Или какую тарелку я воспользуюсь? Ту старую, грязную? И туда положу себе что-то? Нет, конечно, друзья дорогие. Поэтому и Бог, представьте себе, разве может взять какой-то нечистый сосуд и поить народ? Для благодати Божией тоже необходимы, друзья дорогие, условия, чтобы благодать Божия вела нас ко спасению, вела нас к любви, вела нас к верности Богу, потому что мы сами своими силами не сможем, ведь религия в чем заключается? Когда человек прочитал Библию, он ее знает и своими силами пытается это что-то делать, пытается угодить Господу. Но Библия говорит, что это вся как запачканная одежда, это казенная притворная улыбка, это игра в церковь, это от знания, да, когда дьявол знал же, он предложил, съешьте этот плод. Оно дает знание. И сегодня, да, мы знаем эту Библию, но без благодати Божией мы не исполним, потому что именно только благодатью Божией мы благоугодно можем служить Господу. Но я еще раз повторяю, благодать не наливается во вчерашнюю посуду, в грязный стакан. Она наливается, когда мы сердце освящаем покаянием, когда мы сердце наше освящаем смирением пред Господом, желание быть Ему угодным, принимая Его волю окончательно, Господи, не как я хочу, но как Ты, Боже. И ради мира сохраняя наши отношения в семье, не своенравничая, не своевольничая, не упираясь на свое. Пусть, может быть, ну, как сказать, я прав, но тот человек, еще, может быть, ну, ребенок, допустим, он неопытен. Но я не могу его ломать, друзья дорогие. Лучше я отступлю, но сохраню мир. Да поможет нам Господь. И он говорит, многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Да придет Господь к каждому из нас и говорит лично к сердцу, чтобы радость наша была полная и совершенная. Аминь. Когда тебя сгибает жизнь дугой, и кажется, нести крест не под силу, когда оставил сердце мир, покой, и тьма сгустилась, словно мрак могилы, и каждый шаг приносит только боль, сознание в отчаянии томится, ты через боль хвалу Творцу воспой, и дверь темницы тут же отворится за то, что лучший друг тебя предал, или от болезни тяжкой тело ноет, или врагом поверженный упал, ты спросишь, как воздать хвалою, как Бога прославлять за боль, за зло, то, что тебе приходится порою переносить от ближних своих. Но ты все же к Богу обратись с хвалою. Поверь,
твою проблему знает он. Еще твое он сердце четко знает и слышит непроизнесенный стон. И что терпеть душе он допускает, то лишь ко благу послужить должно, коль ты его нелицемерно любишь, и если станешь прославлять его, то очевидцем дел чудесных будешь. Ужас и горе в радость обратит, сокрыто силы в прославлении много, благословением свыше одождит того, кто благодарно славит Бога. Но есть один существенный момент. В своих скорбях умей прощать другого, ведь разрушает души каждый день яд непрощения, обида и тревога. Вместо того, чтобы злиться и ворчать, просто скажи: «Спасибо тебе, Боже, что ты не устаешь меня прощать. Прости его, и я прощаю тоже. Тогда увидишь силу Божьих дел, твой дух от гнета зла освободится, случится то, о чем мечтать не смел. Бог и врагу даст шанс преобразиться. Хвала Творцу свободно потечет из сердца, что полно любовью, миром. И радость Божия тогда в тебя войдет, и боль во благо обратится мигом. Благодари Христа всегда за все, за маленькие вещи и большие, и будь готов претерпевать еще. Не даст он испытания сверхсилы. Пришел Христос наполнить жизнь твою надеждой, счастьем, радостью, любовью. Он знает слабость, боль и нищету, а сатана жизнь отравляет ложью. Порви молитвой дьявольскую сеть, внушает он, что плохо все, уныло, и продолжай на Господа смотреть, служи ему, а он в ответ даст силы. Не забывай, в чьих твердых ты руках, кто одержал духовную победу, гони двоякомыслие и страх, взирай не на земную грязь, на небо. Пусть многого порою не понять, в земных страданиях не находишь смысла. За них Христа попробуй прославлять, и в силе прославления убедишься. Тебе говорят так давно, наяву и в стихах все равно. Столько слов о тебе, их не счесть. Только знаю одно, ты есть. Жесток этот мир и тебя забывают, но ты как дитя ожидаешь, как добрую весть, что вернуться к тебе. Тебя и любовь, она есть.
что не прощали тебя ни во что, и плевали, отправив на крест, несмотря ни на что ты есть. Я не буду сомневаться в том, только Божьим словом мы живем. Буду петь Ему и служить Ему, это честь. Если спросят, друг, но где же любовь, я отвечу, друг, Голгофская кровь пролила за тебя, и любовь, она есть. Сколько в жизни путей и дорог, на них испытаний тревог. Очень важно в дороге учесть, победит лишь любовь, она есть. Я не буду сомневаться в том, только Божьим словом мы живем. Буду петь Ему и служить Ему, это честь. Если спросят, друг, ну где же любовь, я отвечу, друг, Голгофская кровь пролила за тебя, и любовь, она есть. Я не буду сомневаться в том, только Божьим словом мы живем. Буду петь Ему и служить Ему, это честь. Если спросят, друг, но где же любовь, я отвечу, друг, Голгофская кровь пролила за тебя, и любовь, она есть, она есть.
скажем слава Господу. Слава Иисусу Христу. Я сижу и думаю, когда дадут слово. Вчера братья сказали, ну, будешь проповедовать. Ну, думаю, ладно, хорошо. Третьим я проповедовал за всю свою жизнь в этой церкви, последним в смысле, ну, наверное, один раз. Я и думаю, первым не проповедовал, вторым не проповедовал. Ну, думаю, ладно, Господи, ну, ты знаешь, ну, не буду, проблемы какие. У меня третьим проповедовал постоянно. Слава Господу, теперь у меня ноги трястись будут. Но дело в том, что, знаете, я когда еще только пришел в церковь, это было 14 лет назад, я с колонии освободился, там в колонии ходил, посещал собрание. И вот когда освободился с колонии, пришел сюда, и здесь приходилось иногда ночевать. Тогда не было так, что вот дежурный был, и ну, братья жили, студенты, и я там с ними бывало. И, ну, и так бывало некоторое время, что они бывают, когда кто-то приходил, они пользовались этим моментом и ну, в разные места уходили. И я так было, что один. Я помню, как я выходил сюда за кафедру, представлял, что здесь много народа, и начинал проповедовать. Вот. Вы представляете? Но этого никто не расскажет, на самом деле, потому что это такие моменты жизни. Вот. Но вот время шло. Я помню, еще был один какой-то рассказывал проповедник, когда он капусту, помните, поле было? И он вставал с капустами, там разговаривал. Но это я не с капустами, меня хоть не хватало. В этом смысле веры без капусты представлять людей. Вот, слава Господу. Вы знаете, я хотел проповедовать на тему, какую тему, как же ее назвать, тему, наверное, вера все-таки. Вот, давайте мы вместе прочитаем, у кого есть Священное Писание, из книги Иеремии, пророка Иеремия, значит, 1 глава, 11 стих. Здесь, помните, это когда Бог, значит, говорит к Иеремии, и он говорит такие слова в 11 стихе. Он ему там продолжительно говорит, значит, с самых первых стихов, но потом в 11 стихе он говорит такие слова. «И было ко мне слово Господне ко мне. Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Вот эти два стиха я положил в основу вот этого, этой проповеди. Вы знаете, я размышлял над этим текстом, читал, но я думаю, вы тоже читали много раз вот это все. Ну что связано, ну что ты видишь, Иеремия? Ну я вижу ветку миндального дерева. Ну вот их разговор идет примерно в это время, когда миндаль цветет, понимаете? Миндаль цветет самым первым в Израиле. То есть раньше ничего не цветет, самым первым цветет миндаль. Ну, вижу цветущее дерево. Ну, верно, видишь, я бодрствую над словом своим. Как связано, можно предполагать, что Бог положил временные сроки, там весна начинает свое время, лето начинает свое время. И мы все знаем, что как бы ни мела метель, мы знаем все равно, однажды солнце, ну... растает снег, это все и будет все равно. Вот мы все равно, потому что Бог определил, ну, вот ты как хочешь, что хочешь, говори, все равно лет придет. Ну вот мы так, наверное, можем в эту тему здесь сказать. Ну вот он бодрствует на словом, что все равно расцвел миндаль или еще что-то. Но вы знаете, на самом деле, слово миндаль с еврейского языка, в нашем здесь миндаль, а на иврите шакет. Слово шакет – это миндаль. Ну, дословно, шакет, миндаль. Все просто. И слово шокет – это «я бодрствую над словом моим», еврейский текст. То есть «шокет» и «шакет». Всего одна буква. Но «шакет» – это миндальная миндаль. А «шокет» – это «я бодрствую над словом моим». Ну, Бог говорит к Иеремии. «Что ты видишь, Иеремия?» Он говорит «шакет». Он говорит «ты верно видишь, Иеремия, ибо я бодрствую над словом моим». Понимаете, здесь имеют место интересные еврейские словообороты, скажем, и так далее. Но понятно, что мы, когда читаем и, может быть, не знаем еврейского языка, мы ведь не все евреи, или, скажем так, совсем немного, то, ну, может быть, только через Иисуса все евреи, слава Господу, то не всегда мы знаем таких каких-то вещей глубоких. Итак, что ты видишь, Иеремия? Шакет. Жезл миндального дерева. Верно ты видишь. Ибо я бодрствую над словом моим. Вы знаете, мы читаем в книге
Мы читаем в книге апостола Петра, послание апостола Петра, во втором послании, в третьей главе, мы читаем такие слова, которых Петр или Дух Святой через апостола говорит какое-то такое странное, на мой взгляд, напоминание. И он говорит в третьей главе, в конце этого второго послания, он говорит, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Ну и знаете такое, здесь он говорит, этот апостол, что он говорит, смотрите, чтобы вы помнили слова, прежде реченные пророками. Он говорит, знаете о чем? Он говорит, Дух Святой, ну пророки, там апостол, понятно. Он говорит так, примерно так, давайте я вот, чтобы понятнее было. Он говорит примерно так, чтобы вы помнили, что Бог говорил. Что в последние дни появятся такие люди, которые, знаете, которые будут говорить, ну и что? Ну и где? Ну и почему? И он говорит, не забывайте, не забывайте, что Бог это Бог. А Бог говорит, шакет, я бодрствую над словом моим. Вы знаете, вот это вот слово «шакет», я размышлял над ним, мне стало интересно просто. Я вот когда услышал эту мысль, саму вот этого еврейского оригинала, мне стало интересно, стал размышлять. И мы такие примеры, знаете, примеры из жизни или примеры из Писания. Лука, помните, в повествовании после этого евангелиста Луки, 8 главе, 22 стихом, когда он, там, ну, эта история, когда он ученикам, я не буду перечитывать, время идет, когда он говорит ученикам, переправимся на ту сторону. Помните, они в лодку вошли, он говорит, переправимся на ту сторону. Ну, если можно, в принципе, там отчасти прочитать, чтобы понятнее было. Он говорит, переправимся на ту сторону. И знаете, там такие есть моменты, когда он в один день вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера. И отправились. Во время плавания их он заснул. Ну, попробуйте представить эту картину. Вот они зашли в лодку, это озеро, это так сказано, но кто видел Байкал, вы знаете, это огромное озеро, это не просто озеро. В другом месте это же озеро морем называют, но оно очень большое, я про вот это вот озеро говорю, которое здесь написано. И вы знаете, и вот они зашли в это озеро, и вот он уснул, и вот началась буря, там написано. Поднялся бурный ветер, заливал их волнами, и они были в опасности. И подойдя, разбудили его, сказали, наставник, наставник, погибаем. И вот попробуйте представить, вот вы зашли вот в лодку с каким-то человеком, который, ну, наставник, учитель, да, и он вам сказал, переправимся на ту сторону. И уснул. Ну, долго, знаете, бывает, по воде же долго вот транспорт ходит. И вот он идет, идет, это все долго, вот там переправимся, и вот они вот переправляются. И он уснул. И спит. И вдруг начался ветер. Началась буря, заливает лодку. И у них началась как бы паника, понимаете, страх. Ну, утонем, утонем. Вы понимаете, и он, когда проснулся, он запретил волнам, этому ветру запретил. И он говорит, что-то он тут говорит. Он им говорит, где ваша вера? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что ветрам повелевает и воде, и повинуется ему. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда началось все, он сказал, что переправимся. Но потом события, это может быть час, два, три, четыре, пять, знаете, долго идет время, и буря, и все вот это вот началось, и уже
надо как-то справляться с этими волнами, как-то лодку удержать, чтобы не перевернуло, не залило, не утонули. И паника, и... а он спит еще, ну и все вот это вот. И в этот момент, когда он проснулся, я просто вот представляю его, он проснулся, и вот этот вот шакет. Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Переправимся на ту сторону. Бывает так в жизни, братья и сестры, бывает так в жизни, Бог что-то говорит. Бог что-то говорит, и есть, знаете, Слово Божие можно разделить на две, как бы такие, два аспекта или две такие стороны. Первое, это конкретно к тебе, Слово Божие, лично, сегодня. И второе, или в твоей жизни, чтобы Слово Божие. И второе, это Слово Божие как фундамент вообще ко всему человечеству. Петр пишет, что Словом Божиим содержится земля. Словом Божиим содержатся небеса. Понимаете, нет? Ну да, мы понимаем, как содержатся небеса Словом Божиим. Все просто, конечно. Небеса содержатся, все понимают. Как содержатся небеса Словом Божиим, я не понимаю. Я не думаю, что вообще кто-то это понимает, вообще на земле из сущих. Вы представляете, земля крутится. Она постоянно крутится с очень большой скоростью. И каким-то образом объясняет, что и это и дает силу притяжения. Ну попробуйте что-то раскрутить, чтобы оно дало силу притяжения. Оно не силу притяжения даст, оно другую силу даст. Понимаете? Получается, она крутится. Потом она крутится мало что, она крутится еще туда. Потом это все крутится там еще. Потом еще и еще, и Словом Божиим содержатся небеса. А говорят, большой взрыв это все сделал. Точно, что все закрутилось с такой скоростью, как надо. И не останавливается миллионы лет. Нет, эволюция. 100%. Вот в момент, когда переходил из обезьяны в человеку, где-то вот в этот момент что-то произошло, и все теперь содержится. Но Бог точно знает, как это все содержится, понимаете? Содержатся небеса, содержится земля. И самое интересное во всем этом, что он говорит, я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Вы знаете, написано у пророка Исаии, 55 главе написаны такие слова, что в 10 стихе написаны такие слова, что он говорит, как небо выше земли, ну, ниже, 10 стих. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращаются, но поет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал. Братья и сестры, эта тема очень большая, ее невозможно выдать за 10-15 минут. На самом деле я хочу, чтобы сейчас просто мысль дать. А потом, чтобы это как-то пошло в размышление, в рассуждение, осталось в жизни, в памяти, в сознании, чтобы это, я молюсь, чтобы Бог это напоминал просто, когда будут случаться какие-то трудности, сомнения, вот сегодня братья пели, не верили, еще что-то. Понимаете, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. На самом деле это основание нашей веры. На самом деле это основание жизни. На самом деле это основание человечества. На самом деле это основание мироздания. На самом деле это основание вообще всего сущего и несущего. Это основание видимого и невидимого. Слово Божие. Слава Господу. Слово Божие. Это Иисус. Это основание всего. И самое главное, что за этим словом стоит авторитет великого Бога. Он говорит, я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Шакет. Вы понимаете, ничего из написанного и сказанного Богом никогда не придет ни одна йота, написано. Он говорит, я бодрствую над словом моим. Он говорит, небеса и земля придут, а слово мое не придет. Вы понимаете, люди думают, живя в своей жизни, они думают, да когда там еще, ну, маленький, когда я был, я думаю, да когда я взрослым стану? Время к вечеру уже. Вы понимаете, кажется, что, ну когда? Ну когда там, вот 70-80 лет. Ну при большей крепости там еще бывает что-то происходит, странные случаи какие-то. Но на самом деле 70-80, он сказал так. И потом, знаете, суд. И вот веришь ты в это, не веришь ты в это, хочешь ты, не хочешь ты. Он сказал, шакет, я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Ну, кажется, ну как скоро? Он говорит,
земля и все дела на ней сгорят. Я бодрствую над словом моим. Вы понимаете, вы помните Авраама? Давайте вспомним Авраама, когда ему Бог говорит, вчера, по-моему, в пятницу Олег говорил, но я тоже размышлял, вспомнил это. Вот, вот этот Авраам, ему Бог сказал, что будет потомство у тебя. Ну, как песок там, да, или как песок, видели когда-нибудь песок на берегу моря? Это очень много песка, моря разные есть. Есть маленькое море черное, относительно маленькое, а есть большое море Средиземное. Но моря разные бывают, но песка столько много там, и вот этих песчинок. И он говорит, будет потомство вот таким. От семени твоего произойдет. Вы понимаете, тут разные. Тут, конечно, пророчество и о Христе, что семя не об одном, а о семя, что об Иисусе. Но и в то же время об этом сыне, которого конкретно он ему обещал, что будет. И потом, когда ему наступает там отроческий возраст, он говорит, а теперь принеси его в жертву. И вот этот Авраам, он идет, понимаете, вот эту жертву приносить. Как это объяснить невозможно. Это воспитывать ребенка же надо. Это же надо с ним плакать. Это же надо с ним радоваться. Это когда он не слушается. Это когда ты его воспитываешь, когда ты его догоняешь, когда ты не спишь ночами, когда он болеет. Когда ты радуешься, когда у него получилось что-то в школе. Вы понимаете, это же надо описать, это же надо родителю чувствовать. Это же не просто так читаем, когда холодно, все вот так вот. Это же родитель, и вот он его уже вырастил до чего-то. И вот он уже с ним что-то победил, вместе как бы преодолел. И вот этот ребенок, он помощник у отца. Смотрите, он описывает, как это все у него происходило. Отец, а где жертва? Он говорит, Бог усмотрит себе жертву. И сказать-то как, что ты жертва. И понимаете, в этот момент поверил Авраам Богу. Шакет, ибо я бодрствую над словом моим. Ибо он верил, что Бог воскресит, если надо. Он верил, что будет потомство, Бог сказал. Бог помнит, что он сказал. Бог не забыл, что он сказал. Вы знаете, это вот в общем, что вот однажды будет конец всей планеты Земля. Однажды будет конец жизни каждого из нас, и нам надо понимать, что потом суд. Что потом суд, что все, кто люди из живущих, никто не минует. Всем придется предстать перед Творцом. Всем придется дать ответ, отчет за свою жизнь, за свои поступки, за свои действия, за свои мысли, за свое все. Тайное, сокровенное, все перед Богом обнажится, ничего не скроется. Всем надо это понимать. И написано, что верующий в меня на суд не приходит. Слава Господу! Что верующий в Иисуса на суд не приходит, это тоже надо понимать. Что жертва Иисуса Христа, она покрывает все. Всю нашу грязь. Она покрывает все. Что только верующий в Иисуса, он переходит из смерти в жизнь. Шакет. Я бодрствую над словом. Вы понимаете, он говорит слово, оно не возвращается ко мне тщетно. Иисус не вернулся, он не зря пришел на землю. Иисус не зря пришел на землю. Он прожил эту жизнь, он пострадал, он воскрес, он не зря пришел на землю. Вот снег, он упадет, он же лежит, правда? Он написано, напаяет землю. А вода сразу напаяет. А снег лежит, кажется, ну что он там напаяет? Правда? Ну напаяет же, правда? Покуда придет зной, покуда растает, покуда напаяет, оно не возвращается ко мне, честно. Шакет. Слово мое не возвращается, я бодрствую над словом моим. И потому, знаете, и сегодня это в общем к человечеству, но и знаете, еще я хочу сказать что? О том, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот это нам жизненно необходимо, это нам, как, знаете, как хлеб, я не знаю, как воздух, что ли. Хлеб, наверное, можно еще и не есть, мы, бывает, постимся, там что-то нас хватает на сколько-то дней, но вот воздух, нам, наверное, и немного минут-то хватит, чтобы без воздуха. Но понимаете, вот так надо сподобиться, наверное, полюбить это и жить этим словом. Господи, помоги, потому что Слово Божие, оно на самом деле, без него жить-то не будешь. Без него же не сможешь. Оно исходящим должно быть. Оно не должно быть написано вчера, позавчера, там когда-то, где-то и жить какими-то воспоминаниями. Оно сегодня должно. Оно сегодня должно в твоей жизни прозвучать. Я верю, что сегодня, если ты был внимателен, Бог говорит к тебе.
Я знаю, что Бог говорил сегодня к тебе, если ты был чутким. Всегда будь чутким, потому что Бог говорит к тебе. Задавай Ему вопросы и жди от Него ответов. Не ищи у людей чего-то, ищи у Бога ответов. У Него есть для тебя ответы. Он хочет с тобой иметь личное общение. Бог для этого вообще отдал Сына Своего. Он для этого вообще создал все. Он хочет с тобой, конкретно с тобой, слышишь, говорить. Он с тобой хочет говорить. Будь внимателен, задавай Ему вопросы. Это хорошо, молитва на иных языках. Открывай сердце Богу, говори Богу и молись на иных языках. Говори Богу, спрашивай у Бога. Можешь не соглашаться с Ним в молитвах, соглашайся с Ним в жизни, как сегодня брат говорил первый. Но можешь в молитвах не соглашаться, плакать, может быть, даже, говорю, в безумии спорить. Но пусть это будет в молитвах. Он искренность твою любит. И слушай потом. И жди потом внимательно. Вера есть осуществление ожидаемого. Он будет говорить тебе. Он будет говорить тебе через Писание. Он будет говорить тебе через псалмы. Он будет говорить тебе через служителей. Он будет говорить тебе через проповедников. Он будет говорить тебе через людей. Простите, через ослов будет говорить к тебе, если ты непокорный будешь. Слушай Его. Услышь Бога твоего. Он говорит, а когда услышишь, поверь. Возьмись за это слово, потому что это и есть основание. Вот на этом все и зиждется. Этим все и стоит. И без этого ничего не будет. Шакет. Вы знаете, я приведу пример. Буду заканчивать. У меня в жизни был случай, когда я собрался жениться. Ну или так скажем, случай, это можно мягко сказать. Этот случай растянулся на несколько лет. И вот я так как будто собрался жениться, ну так в мыслях запланировал. И как будто мне на... я молился, говорил, Господи, ну где бы, как бы, куда бы, в какую сторону жениться. И мне Господь так, ну как бы это на сердце ложил. Ну и я как-то все, нет. Ну, говорю, хорошо. И как-то, ну говорю, хорошо, Господи, ну ладно, понятно. Что дальше? Ну дальше, что дальше? Крещение принял, как полагается, как принято, как написано, как установлено, как порядок. Пошел к братьям, братья, все, вот так вот, хочу жениться оттуда. Значит, здорово. Пошли предложение делать. Сделали, согласились. Там родители, папа там не сильно в восторге был от этой идеи, потому что я только что с лагерей там и так далее. Вся жизнь моя была явным свидетельством неверы. Вот. Ну и, в общем, вы знаете эту всю историю, она не в углу происходила. Дело не в этом, я об этом хочу рассказать. И вот был момент, когда уже разрешили, И уже помолвка прошла, дождался я там всего этого. И вот, знаете, остается дней, может, 10 до свадьбы. Уже свадьба там в ЗАГСе, все назначили. И вот остается дней 10 до... Я так рвался жениться вообще, я летел, сломя голову, ну, может, характер такой. Я никогда не был женат и не знал, что это такое вообще в жизни. Всю жизнь прожил непонятно как. И тут вот мне надо жениться приспичило. И вот в этот момент я шел, ломая все берега, заборы снося к этой цели своей. Ну, Бог по милости меня как-то придержал. И вот потом, в конце концов, вот знаете, был момент, когда я начал молиться, что вот, Господи, ну вот свадьба, как бы ты... А мне было такое слово от Господа, я молился однажды, что я приду, ну, молись, чтобы я пришел на эту свадьбу, чтобы я пришел, понимаете? И я молился вот так долго, сколько там длилось. И потом в какой-то момент я молился дома о свадьбе, чтобы Бог пришел, чтобы как-то устройство было, чтобы вообще было. И знаете, в какой-то момент я дома молился, и я получил откровение, вот как есть, я рассказываю, получил откровение, мне в какой-то момент пришло такое, знаете, понимание, что вообще такое семейная жизнь. Ну, это от Бога было, это было сверхъестественно, это было от Бога, это было в долю секунды, как-то вот пришло, и потом я целый день над этим размышлял, ну и какой-то, я прям аж перестал молиться, это настолько было для меня объемно, обширно. Это нам было обо всем, это было об ответственности воспитания детей, это было об ответственности от материального обеспечения семьи, это было ответственность о том, где они будут жить, это было ответственность за духовное состояние жены, это было ответственность как священник в доме, это было обо всем, что вот... о чем говорит Писание. Вы понимаете, это было в долю секунды, но настолько объемно, и я размышлял, и я просто заплакал. Я говорю, Господи, ну это нереально. Какая там женитьба с меня? Я ж не смогу это. Ну, знаете, это было, ну, как бы сказать, можно же,
Ну, да все нормально, разберемся, давай, женимся, да и все. А ну, когда Бог скажет, оно же не так, вы понимаете. И я как бы испугался, я говорю, да это нереально, ну так не получится, я не смогу. Я заплакал просто, так что же делать-то? Я просто заплакал, я молился, я стал прям кричать, ну Господи, ну как так-то? Вы знаете, я прям плакал навзрыд, я говорю, ну это просто нереально. Я гвоздь не могу прибить. Ну, в прямом смысле, знаете, говорят, вот что за мужик гвоздь прибить не может. Знаете, поговорка есть на Руси такая. Вот я такой мужик, который гвоздь прибить не может. У меня руки нет, я не могу его прибить, гвоздь. Вот. И я так молился и говорю, Господи, так я гвоздь-то прибить тоже не могу. Какое обеспечение жильем? Ну, там, или еще чего-то. И я плакал так, прям расстроился и понял, что, ну, какая тут свадьба, какие тут женитьбы. И знаете, в какой-то момент вдруг я почувствовал внутри себя, как Бог начал вот... как-то давать мне на сердце такие ясные. Я понимал, что это Бог, ясные мысли. Я буду главой твоей семьи. Знаете, говорят, муж глава семьи. Это неправда. Так нету, в Библии этого нету. То есть не верьте, муж не глава семьи. Это ложь. Глава семьи Бог. Так написано в Библии. Глава мужу Христос, муж глава жены там написано. Просто есть такое, какое-то люди себе положили, что муж глава семьи. Это обольщение. Так вот, глава семьи Бог. И мне пришло такое понимание, понимаете, и вот кто внутренне оно пришло, я буду главой твоей семьи. Я хотел от тебя увидеть твое бессилие. И вот я пошел, я так вцепился, я плакал, я говорю, пожалуйста, только не забудь про это. Только не забудь про это, понимаете. Я намолился, я говорю, я благодарю тебя, что так, но пожалуйста. И ну, поженили нас, да, там все было славно, чудно, мы там поехали куда-то там с женой, еще чего-то там, эти свадебные там печенюшные, как это, цветочные отношения, вот эти первые там. И потом, знаете, вот эта романтика, все. А потом ребенок у нас родился. И первое, знаете, событие, я работу там неплохо получал тогда. Тоже, наверное, глава семьи делал. И потом, в какой-то момент, меня сбила машина. Вот кто помнит, 2008 год. Меня сбила машина, и хорошо сбила машина, так по-человечески сбила. 11 ребер сломалось, легкие лопнули. Вы знаете, я лежал в больнице, и вот я... без сознания там меня привезли, и я очнулся, когда... И у меня первая мысль, ну, как сказать, я не был официально трудоустроен, понимаете, пенсии эти, как они, платить мне никто не будет, ну, больничные. И я понимаю, у меня первая мысль, а сейчас мне платить не будут, а как там семья-то? Мы не детских еще ничего не получали, я еще не знал, что это такое, и вообще ничего не получали. Жена не работает с ребенком, с маленьким, она даже выйти, он только родился, она выйти не может молоко купить там, что-то, ну, вот, купить по дому. И я такой думаю... А как они будут, там, хлеб-то, ну, вот я на койке на этой очнулся, там, где в реанимации, и думаю, а как они будут просто даже вот жить-то? И что-то я, короче, заплакал прямо на этой кровати, там, у меня легкие лопнули, и дышать не могу, и вот эти ребра сломаны, и все болит, температуру, ну, представьте, сбил вот. И я лежу, и у меня мысль первая, как они жить-то будут? И я заплакал, что я не могу ничего сделать. Ну, как сказать, ответственность-то моя, а я сделать ничего не могу. И я заплакал на кровати на этой. Я заплакал, понимаете... И лежу и плачу. Я не знаю, как это выглядит. В реанимации плачет о том, что молоко никто не купит дома. Я лежу и плачу такой, у меня слезы текут, и я говорю, Господи, ну ты обещал, что будешь главой семьи. Ну вот что делать? Понимаете? И вдруг, как бы, вот знаете, настолько присутствие Божие наполнило вот эту палату. Я один там лежал. И вдруг я слышу прямо внутри меня шакет. Слава Господу, понимаете? Я бодрствую над словом. Вот это время я никогда не забуду. Вы знаете, этих историй из моей жизни можно рассказывать много, времени нет. Но слава Господу, я хочу, чтобы вот мы, став перед Богом, сейчас помолились. Понимаете, мы тогда, я 5 месяцев не работал. Я 3 месяца лежал в больнице, я потом у Игоря там, Владимировича лежал, и в других больницах лежал, меня возили из больницы в больницу, что-то там все это вот страшно, что там. Но, вы знаете, вот... Настолько вот Бог просто милостью своей. Я помню, с разных стран звонили. Не то, что там... Ну, сегодня как можно еще допустить с разных стран. Ну, я что-то тут тружусь, где-то меня там знают, много езжу там. Но тогда-то что с разных стран звонили? Без году неделя там покаялся. Вы понимаете, что? На самом деле это настолько было сверхъестественным вмешательством Бога просто в эту семью. Вот он говорит, я бодрствую над словом моим. Я буду главой твоей семьи. Вы знаете, сегодня можно... посмотреть назад и посмотреть, как моя жизнь складывается. Я буду главой твоей семьи. И бывает домой, знаете, но она помогает и в обратную сторону. Не когда ты бессильна, а когда ты сильный такой. Заходишь домой, не убрано, да? Не помыто, ну, сейчас.
Я буду главой твоей семьи, не ты. Давай, ниже. И оно и тут помогает. И слава Господу. Давайте помолимся Богу.